Ижукин Алексей Иванович, герой Советского Союза. Родился 13 марта 1913 года в деревне Сытинки Трубчевского уезда Орловской губернии. Должность звания партизан. Награды. Орден Ленина 1 сентября 1942 года. Орден Отечественной войны первой степени 6 апреля 1985 года. Орден Тульского Красного Знамени. Медали. В 1934 году был направлен в город Сталиногорск, Московской, ныне Тульской области, на хлебокомбинат агентом по снабжению. С декабря 1941 года воевал в партизанском отряде «Народный мститель». Лично пустил под откос 11 вражеских эшелонов, взорвал 16 мостов, 2 склада с боеприпасами и 20 автомашин противника. Воспитал и обучил подрывному делу более 400 партизан, каждый из которых неоднократно пускал под откос эшелоны врага. Живой силой и техникой. Под его руководством была разработана мина «Нахально неизвлекаемая».